это листовки уже вторые. Я воспринимаю это как провокацию и воспринимаю это как полную неспособность и импотентность новой областной власти для того, чтобы пресекать подобного рода дестабилизацию в обществе. Я не знаю, что вам ответила СБУ. Я несколько раз разговаривал с новым начальником областного управления СБУ. Он меня заверял о том, что они занимаются, они не могут найти и прочее. Я вам скажу так, я веду собственное расследование, и я уже на 99% знаю, кто эти листовки развешивал. Вот когда я его закончу и объявлю о результатах своего расследования, я думаю, что очень многим должностным лицам, правоохранителям, силовикам будет стыдно. Но если вас троллят, вас боятся? Ну, я думаю, да. А пусть боятся. Пусть боятся. Если они думают, что мы опустили руки, на самом деле это не так. То есть руки никто не опускал, и оптимизма не теряют. То есть реванша у них не будет.